На автодороге Яна ограничено движение транспорта из-за обрушения части моста через реку Менкуле в Тампонском районе. Это произошло в 95-м километре от села Теплый Ключ в сторону села Тополиное. Предварительная причина обрушения – несоблюдение тоннажа большегрузной техники. Как сообщают сотрудники МЧС, жизнедеятельность села Тополиное не нарушена. Ситуация находится на контроле. Также отмечается, что скопления автотранспорта на данном участке нет. Ведутся восстановительные работы. В единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что 23 августа большегруз перевозил технику. В ходе движения мост прогнулся под машиной. Техника осталась на мосту. Пострадавших нет. Из Якутска на место обрушения выехала группа спасателей для организации всестороннего жизнеобеспечения и перевозки пассажиров.